Раз, раз, раз. Я уже Раз, справился, раз, было раз. все хорошо. Бам. Приди, ха, подаю зрителям лик и услышать голос твой. Восстань, сражайся. О, слышу. Шикарно. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я, инспектор Хапитон, в миру упитан, провожу расследование. Здравствуй, мент. Здравствуй. Здравствуй, бандит. Город засыпает. Просыпается стража порядка. Пепел, если пепел Аш, то Эшбрингер, если Эш, Эшбрингер. Ничего себе. Привет, дядя. Здравствуй, Резолв. Здравствуй, братан. Сколько лет, сколько зим. Как отдохнул? Чувствуешь себя обновившимся? У нас сегодня альтернатива, дамы и господа. Мы сегодня играем в This is the Police. От разработчиков. Это, правда, не установленный факт, но все же от разработчиков Papers, Please. Невероятно крутой симулятор. Жизни мента. Здравствуй, Resolve. Welcome back, hero. Мы, кстати, пока что ивент-лист не это... Я пока ивент-лист не подрубал, потому что я не очень понимаю, куда его пихать, дорогие друзья. Может быть, мы его оставим на экране, но мне, честно говоря, кажется, что его пока некуда особо пихать. После такого отдыха нужен еще отдых. Так, активный отдых — это всегда хорошо. Так, здравствуй, говорит роллер. Всем привет. А, значит, если вкратце, сейчас мы будем симулировать житуху управляющего полицией. А, дубляжа русского у игры нет. Но есть русские сабы. Поэтому вы сможете послушать только если знаете хорошо английский язык. В противном случае придется слушать и смотреть. Всем привет! Нас нежданно-негаданная альтернатива, но так уж вышло, что вчера был выходной. Мы прямо с Максоном, конечно же, прямо на лету договорились обо всем. Вот, посему. Так. В принципе, наверное, вводная часть все. Ну, единственное, что знаете, что у нас еще Lost Vikings из Анзара запланировано. Если бы я хотел почитать, я бы пошел в библиотеку. Шешин, не факт. Библиотека далеко, мне надо идти. Жиза такова, что не все так просто. Так. Что там интересно? Интересная композиция. Интересная ссылка от Грет Гэтсби. Мне кажется, она какая-то хитрая реферальная, что ли. А на кораблях есть библиотеки, лол? Конечно, есть библиотека. Надо же жить, поживать до всего. Киви чек, говорит Резолв. Подожди, мага. Мага, ты чё? Ладно. Сейчас зачекирую. Я еще даже не стартанул. Так. И со смайличком. Ну хорошо, Резолв, ты в месячный топ врываешься автоматически. От Резолва уже залетело 2500. Спасибо тебе большое, Резолв, за поддержку. Вот тебе Тш! И обнимашки. А, хорошо. От Резолва залетело 2500, это хорошо. Также еще залетел Арсеникум Дос 7 месяц кряду. Вот Арсеникуму тоже брофистище. Тш! И обнимашки. А я думаю, нам не надо больше затягивать, дорогие друзья, надо уже стартануть. Резолв, мы тебя, конечно же, отметим. А, вот. Но сегодня у нас на экране нету этих штук с месячным топом и т.д. и т.п. Но мы обязательно тебя отметим. Спасибо тебе большое, Резолв, за поддержку. Вот. Хайль Полис. Хайль. Кстати, на самом деле я больше уверен, что библиотека на этом есть. На корабле. Как минимум куча журналов в специально отведенной каюте. Вообще-то у нас 4 библиотеки со всеми мануалами. Одного капитана, 2 вторая, 3 в машине и 4 в конференц-зале. А обзорчик карт будет? Завтра. Так, сразу надо включить. Так, ты... Police, this is police.
Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Хорошо. А, да, приготовимся, ребята, к обсценной лексике. Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time, you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Сейчас я могу, ребят, сразу сделать потише. Сейчас. Давайте, this is a police на девяточку, здесь на десяточку. Если будет тихо, говорить сразу. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, shake it, baby! No idea how I got so barbaric. Хорош, просто хорош. Здорово, Синет. Нет, не видел еще новой карты. Просто хорош. Стильное интро просто рассыпается на части. Интересно, оно до какого-то момента дойдет? О, нифига себе! Это типа силуэт злобного копа и домов. Офигенно. Реально очень напоминает LA Noir. Так. С графоуни. Графоуни у нас все шикарно. Ну, ультру сразу везде тыкнем. Так, ладно, сглаживание это... принять. Так, аудио. Аудио нас интересует пока что такое, какое есть. Прочее, язык русский, вибрация включена. Нет, отключим вибрацию. Не дай бог, сейчас завибрирует что-нибудь. Я буду в шоке. Что-то в стиле города грехов. А, скорее всего... Так, во-первых, блин, вот эта штука, надо ее убрать куда-то. А, ладно, это, наверное, на старте только так. Возможно, мы, кстати, баннеры потрем для этой трансляции, потому что она... Ладно, новая игра. Непонятно, куда их пихать. Так, мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Марк Уорд 2 покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Марк Уорд 2. А, понятно, ехать на работу. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Марк Уорд покажет в Фрибурге на день раньше ехать на работу. Ох, стильно. Да ладно, ты не сможешь в эту игру, она здесь слишком сложная. Придется. Мне нужно. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Okay. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say.
They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. Прикольно. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Так. Call it penance. Так. Видите, видите, как неудобно. То есть, как бы все это надо, надо будет двигать. Это очень тяжело. Скорее всего, мы это как-то, я не знаю, сделаем, может быть, поменьше. Так, может вырубать лучше вебку, когда на рабочий день диаложки. Вырубать лучше вебку, когда на рабочий день диаложки. Хорошо, хорошо. Давай тогда мы будем просто брать. Значит, вот эту штуку мы вообще просто опустим тогда. К камере. И просто скопом вот это все отрубаем. Пом-пом-пом-пом. Хорошо. Фух, окей. For the preacher. Бонжорно, здравствуй, Козич. Угу. Да, неудобно, надо, наверное, как-то поубирать. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. Интересно. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Интересное кинцо. Кажется. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. О, это судя по всему. Так, знаете, что я подумал? Может быть, без вебки сегодня? Судя по всему, здесь сейчас появятся варианты ответов. Это очень похоже на диалоговое окно. Сейчас я буду давать пресс-конференцию. Давайте, Рилли, тогда просто распихаем по углам вот эти штуки. Это, может быть, ниже опустим, потому что там вроде как функционал какой-то сверху есть. Да, без вебки лучше. И можно просто верни лицо вместо сабов. Там, понимаешь, там, скорее всего, слева. Без вебки фигово, потому что Рилли. Давайте, наверное, строку с сабами действительно на сегодня уберем. Да нет, с вебкой только на диалогах рубай. Хорошо, тогда я пока что. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Так. Все из этого. Мы поднимем чуть-чуть выше пока что. И, наверное, сделаем поменьше. Ну хотя ладно, мы пока что вот так вот будем делать, у нас все будет хорошо. Итак, продолжить, конечно же. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз, мэр обсуждал со мной, я ждал подобного дерьма от мэра, какая разница? Я могу типа выгородить мэра? Могу сказать, что для меня это сюрприз? Я могу пойти прям... Прям начать... Сейчас вступление, а потом будет меньше всяких диалогов. Я понял. Так. Окей. Ну, мы можем прямо на тропу войны выйти. Мы будем плохим копом. Плохим копом и сделаем «я ждал подобного дерьма от мэра». Или мэр обсуждал это со мной. Я думаю, что будь гнидой. Я стар для этого дерьма. Не, я думаю, что не надо. Я думаю, что не надо. Я думаю, что мэр обсуждал это со мной.
Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Знаете имя своего преемника? Нет. Думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая теперь разница? То есть я могу, типа, апатичным псом. Думаю, это будет сотрудник департамента. Будет сами собой, то есть три. Будет злым пирожком. Нет, в смысле, это конференция. Конференция, фишка в том, что я просто буду врать напропалую. Думаю, это будет сотрудник департамента. Вот. Скорее всего, повышение будет что-то из моих нынешних подчиненных. Так, из-за разгорявшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему что-то думать, он может передумать? Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может придумать? Может быть, ни за что, я был бы рад, откуда мне знать. То есть, типа, встать на сторону Кендрика, я даже не знаю, Кендрик негодяй или негодяй, откуда мне знать. Я думаю, может быть, самое правильное. Звучит вполне вероятно, думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Так, здорово, Родя. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, я не знаю, да, если это полезно. Без комментариев. О, да, если это полезно. Это сразу подставится под кучу говен неудобных, которые люди задают. Я не знаю, чушь без комментариев. Без комментариев отнекиваться как-то тяжело. Тяжело, я не знаю, нельзя сказать. Сказать, что это чушь, нельзя. Сказать, что я не знаю, нельзя. Да, если это полезно, нельзя. Без комментариев нельзя. Фак! Просто четыре стула на всем пике точеные. Говори правду. Да, если это полезно. Да, если это полезно, это полный трындец. Это полная басрамс. Может быть, просто соврать. Просто соври. Ладно, просто соврем. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще и с пришельцами дружились? Мафия — это просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Во, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Мне нравится врать в глаза. Врать в глаза — это круто. Вы верите, что ваши личные данные с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно. Определенно нет. Возможно, откуда мне знать? Определенно нет. Выгораживаем. Определенно нет. Это невозможно. Мэр Роджерс настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места личным антипатиям. Спасибо. Нормально. Отоврались просто на пятерку. То, безусловно, мэр Роджерс полная гнида. Так, сейчас, секунду. Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick. Especially Mr. Kendrick. Окей, мы сидим в нашем офисе. Блять, сегодня хоть будет? Здорово, Павел. Нет, какой там, альтернативка. Теперь ты сучка мэра ГЖ. Я типа выбрал путь сучки мэра? Блин, прям сразу. Выпил обезболивающую сигару, закурил. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Mm-hmm. Прикольно. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well,
This morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. Mm-hmm. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. Mm-hmm. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days and you'll be remembered as a hero. That's the mm-hmm. only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension. One that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Mm-hmm. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't вот have паскуда, any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Вот паскуда. Так, все, я за мафию. One of my friends will be using it soon. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes. Go fuck yourself, Troy Starr. Красота. Глава департамента, который владеет виллой в Италии. Люди ожидают свежего взгляда следующего шефа полиции. Зарплата городских служащих не растет в этом году. Go fuck yourself, Troy Starr. Всегда так делаю. Просто гениальный. Гениальный. Хороший у меня сегодня рабочий день. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Странно. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. Интересно. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. Прикольно. Дорога, где вебка? Здесь My вот вещи никуда не зайдут. Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Офигенно. Пола, хотите получать подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Я 6 дней шел в поле в нескольких местах. Ладно, так и будет глупо согласиться. Не рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Ладно, валяйте. Конечно. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. И у офицеров есть несколько важных характеристик. Продолжить. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейских, не дотягивающих до этого уровня, не назовешь способными. Зато на тех, что чьи профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Ага. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает. А измотанные до предела полицейские рискуют заснуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает 1 очко после выходного. Ну, короче, понятно, выходные надо не забывать им давать.
Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Ух ты ж, офигенно. Все полностью готовы к работе. Это мои детективы, да? Профессионализм. Единственный Коти, единственный нормальный у меня профессионал. Цубаки. Асано. Остин Прайс. Мол. Блин, нифига себе. Не, подожди. 150 это типа у меня 2-3 хороших сотрудника, а все остальные говнари, что ли? Уапа-папа, спецназ. Ух ты же, ежик. Ух ты, прикольно. Так, и что мне надо? Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По метке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов, чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорогу туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Продолжить. Побег с места аварии. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самой рискованной миссии также можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. Окей. На слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая, на первый взгляд, миссия всегда может обернуться жестокой мясорубкой, или вызов может вовсе оказаться ложным. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и видели, как фургон на парковке сдал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда видел, что под колеса попал бомж. И чё, мне надо прям несколько человек туда свать? У меня есть дед. Какой-то подозрительный дед. Так, я думаю, что деда и вот этого. Пусть дед, короче, сразу идет что-то делать. Пусть я иду. Продолжить. Так, эти пошли. Так, кинотеатр The Last Pictures. Кинотеатр The Last Picture Show. Бомж, живи. Это ж бабка. Так. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» и в зал попытался попасть интересный мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Куда-нибудь он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Не, ну это уже серьезный чувак. Пусть один суровый мужик хорошего ранга пойдет. Продолжить. Молодцы, давайте. Та-та-та-та, я не такие типа. Та-т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 а. Ух ты, красота. Побег с места аварии, отчет. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника, и никто не умирает. Если дело пошло чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем расследе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так как погибший полицейский не слишком волнует мэрию. А вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Преступник скрылся, офицеры невредимы. Ой. Просто профессионализм упал. Отчет драка. Преступник пойман, офицер невредим, гражданский невредимы. Ой, перди, красавчик. Перди просто царюга. Давай, братан, дальше. Короче, в следующий раз какой-нибудь хрень случится, я сразу... Пригород. Вооруженное ограбление пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив 50 минут фильмов для взрослых. Не скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Охотника Джанет Браун живет в пригороде. Так, они... это дети. Это дети с пушкой. Думаю, подправим двоих, потому что это они вооружены, причем возьмем...
Тут-то и можно возвращать вебку, убираю просто после рабочего дня. Хорошо. Короче, здесь все серьезно. Дети, конечно, дебилы, порнуху наворовали. Порнуху наворовали, но они с оружием. А нет ничего жуче, чем дебил с оружием. Поэтому зовем пока двоих вот этих. Так, юридическая контора Джо. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой вступились друг к другу, приглашение завещания погибшего. Мы не рискнем за ним разнимать их, а охранник на больничном. Справятся Остин и Прайс, как обычно. Они пусть набивают себе статы, а то они какие-то вялые. Так. Нападение гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли гитары. Прохожий видел, как несколько подростков напали. Так, у меня тут... Так, Янс и Цубаки, вы красавчики, вы вдвоем справитесь. Подожди, Янс... А! Да, Янс и Цубаки, все правильно. Вдвоем справитесь. Да, нормально. Отобрали гитару, это просто какие-то... О, вооруженное ограбление. Если ситуация кажется копам неоднозначной, они могут связаться с вами, попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время, у вас полно других неотложных дел. Продолжить. У дома Браун действительно стоит та самая жизнь, за окна гостиной стоны и громкий смех. Постучаться в дверь, откройте полицию, включить сирену и прокричите громко, что дом окружен. Прорваться в дом через открытое окно. Подожди, время-то остановилось, так что у меня есть время подумать. Если мы их напугаем, у них будет время прореагировать. Они, скорее всего, там мастурбируют, поэтому можно... Они обосрутся. Они обосрутся, если мы дадим пробраться в дом через открытое окно, это самое оно. То есть застанем их врасплох со спущенными штанами. То, что нужно. Пробраться в дом через открытое окно. Преступник пойман, офицеры невредимы. Специалист... Капитан знает, как ловить подростков за яйца. Маленькие сучата. В тюрьме вы будете пирогами, маленькие анонисты. Драка, отчет. Так, преступник скрылся, офицеры невредимы. Вот ты ссаные вы негодяи. Господи, я вас двоих уволю, вы просто ни о чем. Вы ни хрена не делаете. Просто дебилы. Два дебила... Это вообще не сила. Отчет о нападении. Преступник скрылся, офицеры невредимы. О боже, два от моих топа получили минусы за нападение чуваков с гитарами. Вы что, охренели что ли, завершить день? Подожди, а что, больше... Типа ничего по ночам не происходит? Нет, все, 9 часов, рабочий день закончен. Ой, дерьмово. Ой, вот все дерьмово. Так, если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних, вы можете приказать любому купу прийти на совещание, поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены со сцены, то есть поработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Угу. Так, смена Б. Ух ты ж, ёжик. Не, чуваки, у вас все хорошо. Вы отдыхайте. У меня все съездили, пусть регенят. Все съездили, все пусть регенят. А смена Б прям шикарная. Она даже лучше. Ну, тут какие-то старые... Берч младший. Два просто непонятных. Отец, как я понял, и сын копа. Два непутевых копа. Ну зато здесь есть топы вообще такие, как Сторвал и Вандал. Сторвал 400, вообще демон. Рой тоже ни о чем. Завершить день.
Шикарно, нет, на завтрашний день не надо. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office. Сейчас, подождите, пожалуйста, дорогие друзья, надо все это убрать. Так. Раньше, когда я попросил Кендрика задержаться в участке, он смешно ворчал, сейчас ему не хватает сил даже на это. He liked to grumble and crack wise. Nowadays he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face. The fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Интересное кинцо. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1,000,000. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Хитрая фигня. Сюжет есть? Сюжет здесь вообще-то... Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters, gives to charity, rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in common murders and robberies. Как-то продолжены полицейские, пока нет, но, возможно, станут. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Хорош. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. А мне нравятся Сэнды. Я хочу быть продажным полицейским на Сэндах. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Легендарный вес Геннаро Креспо приедет во Фрибург. Средиться музея кино вновь отложено. Продажный стример играет за продажного копа.
Если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае, но даже у полного сотрудника могут причины уйти домой. Некоторые причины не надуманы, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя. Помните, что когда у вас появятся секреты, они будут первыми, кто о них узнает. Я перебрал с выпивкой, и едва ли я смогу работать сегодня. Да. Можно мне домой? Да, но приходи завтра. Нет. Я перебрал с выпивкой, едва ли я смогу работать сегодня. Можно мне домой? Слушай, ну серьезное алкогольное отравление действительно делает его достаточно бесполезным. Вообще, но как бы в принципе он же офисный работник, как я понимаю. Коричневый — это детектив или не детектив? Или это офисный, я так не понял. Скорее всего, это детектив. Вот. Да, он рили будет бесполезен, у него мозги сварятся. Да, но приходи завтра. Я уже не могу с другой смены найти человека, да? Я работал, перебрав, понимаешь, он детектив, а не копается в корабле, братан. Ой, блин, зараза. Что ж ты заранее это не сказал? Ну, конечно, как ты можешь знать заранее, что ты нажрёшься, как скотина. Так. Да, я перебрал своих мобильных, я смогу работать сегодня, можно мне домой. Да, но приходи завтра. Да, ну скорее всего хочется сказать да или да, но приходи завтра. И здесь, наверное, да, но приходи завтра. Меня пригласили в массовку в одном твоем шоу, я всегда мечтал попасть на телевидение. Можно мне отгул? Нет. Берч пошел в жопу. Че, офигел, что ли, в массовку на одном твоем шоу? Охреневший, что ли, пес? Если ты не хочешь работать ментом, так и скажи, я бы тебя и так удалил. Помимо характеристик, у полицейских есть звания. Сотрудника низшего ранга нет лычек на карточке. Сотрудники, повышенные в звании, носят одну или две или три лычки. Раз в неделю вы получаете одну лычку и можете повысить звание любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение, а лычка никуда не денется. Лычки X3. Повышенное звание сотрудника не только растет в профессионализме, но и учится командным качествам. Если на задании рядом с обычным копом будет старше по званию, они наверняка справятся лучше обычного. Плюс коп, повышенный в звании, начинает серьезнее относиться к своей службе, все меньше думает о выпивке и отгулах, и все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. Так, из вас говнари, все, вот, Сторвал, красавчик, 400, вот, посмотрите на него, какой хороший. Я прям, может быть, кому-нибудь просто так повысить? Ладно, нет, там есть... Кто из вас выложится на пятерочку? Фрибург еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указке. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включить ее в любое время, прямо как в жизни вашего деда. Так, выберите композицию. Sweet Ginger Green, Pierce Pickering. О боже, это великолепно. Bud Meets Bob, Bud Freeman. Singing them. О, джаз бэнд, Don't You Leave Me Here. Билабонг. Ноктюрн Би мажор. Не, нифига, давайте джазецкий послушаем. Is this called jazz? Так я же выбрал, алло. Я машина. Так, никакой не Билабонг, вот тебя. Ага, вижу. О боже. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. О, можно удалить? Продолжить. Дела. Полицейский участок. Биржа труда. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест. Ой, подожди, я пробил тут очень уже. Сьюзи Гиббонс, профессионал, офицер. О, господи, Сьюзи Гиббонс вообще офигенная. Слоты детективов, слоты офицеров. Офицер, пожалуйста, я возьму... Ура!
Нанять на смену А, нанять на смену Б. Так, подожди, давайте, давайте, короче, на смену А. На смену Б. Джек Розиски. Нанять на смену Б. Персонал. Если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудника. Конечно же... Роя уволить. Это смена А. Подождите, а зачем я нанял на смену Б чувака? Блин, мне надо... Какая связь его донат? Рой. Уволить. 5 баллов. Если уволить легально, никто не задаст вам лишнего вопроса. Можно уволить и нелегально, но это может повлечь за собой потенциально разбираться, если да и другие сотрудники явно не будут такому произволу. Другой способ освободить слот — убить полицейского, но это не вариант, да? Офигеть! Уволить законно, не пришел слишком стар. Уволить законно, слишком стар. Пришел на работу пьяным, не пришел на работу. Уволить законно, слишком стар. Ой, хорошо, биржа труда. Я хочу офицера. Так, подожди, это у меня смена А. Да, это смена А. Здесь надо на смену А. Смену А. Нанять Сьюзи Гиббонс на смену А. Красава, Сьюзи Гиббонс. Вот Джек Розиски я хотел бы перенести... Я хотел бы на смену Б. Мозера сейчас удалю вообще просто. Биржа труда. У меня есть еще здесь... Слот детективов. Слот детективов у меня забит полностью, да? Ну вот давайте Эрика Баннера возьмем. Какой-то хитрый детектив. Джефф Розиски я случайно нанял в другую. Детектива нанял, дятел. Да, я и хотел детектива нанять. Мне не нравится Мозер, которого я отправил, 110. Ну ладно, мы его отпустили, он пусть будет пока. Вот, чтобы еще раз накосячить, уволим. 110 это мало, конечно, закрыть. А Рой последний день дорабатывает, типа. Так, что у нас здесь? Вандализм. Собор Сент-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. На дубе расписано сатанинскими знаками. Есть сколы. Кажется, даже если следы работы лопаты. Настоятель старается об этом не думать. Так, давайте попробуем. Рой никакой, понимаете? Вот в этом-то и проблема. Его даже уже нет смысла куда-либо пихать. И он просто как довесок будет. Давайте, Берч, отец и сын, два... Нет. Роя берем, Берч-младший, отец и сын, вот эти два подозрительных чувака, пусть идут, разведают супер преступление века. Вы, в принципе, быстро вернетесь, потому что ехать-то практически некуда. Письмена, можешь перенести человека. О, вандализм. Небоскреб Атикус Тауэр. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его на машине приличный рисунок. Так, во-первых, надо камеру врубить, как обычно. Неприличный рисунок? О, господи, конечно, три человека. Продолжить. Неприличный рисунок. Самади хватит. Хрен ли нам три человека-то? Это глупости. Какие... Почему ты не отправляешь нормальных полицейских, алё? На нормальные дела пойдут нормальные полицейские. Вандализм, кто-то... Какой-то сатанист расписал надгробие. Он что там, сатану, думаешь, призовёт? Чёрта с два, это опять же какие-то сраные готы перепилить, устраивают клоунаду. Здесь он кто-то... Кто-то портит машину какому-то бизнесмену. Либо жена какая-нибудь, как обычно, изменил дебил. Либо просто малолетние гопники. Нормальных людей туда посылать не надо. Ну чё, два дебила, это сила. Давайте, отец и сын, чё, профейлились? Преступник скрылся, офицеры невредимы. Мне кажется, у них улыбки такие вниз. О, надо увольнять. Вы, ребят, вообще гоните. Так, смотрим. Подозрительный индивидуум. Закусочная Эдди Бургер. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди и диетическую колу опасному преступнику, говорит, которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер.
Вот это не самое изи-писи, поэтому пусть проверят нормальные люди. Он может открыть стрельбу прямо здесь, поэтому покинем туда нормальных людей. Официанткам, конечно, отчет вандализм. Преступник скрылся, офицеры невредимы. А Рой уже все равно никуда не падает. Самоди, что ж ты делаешь-то? Что ж вы делаете-то, ребята? Отправляй слабых, чтобы лицензия мне ниже 150, чтобы они прокачивались. Походу придется. Ладно, сейчас попытаемся из Берча старшего что-то адекватное сделать. Официантка обозналась, приняв отставного офицера фрунгенерона за преступника. Ложная тревога. Блин, сильных чуваков отправили. Ну ладно, хорошо. Так, что такое? Мистер Бойт, мой вышибала, снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Неужто нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков? Ой, это я могу, типа, патруль... Это я могу на ночной клуб направить нормального чувака? Это типа, чтобы я наливачил бабла себе какого-то? Ну, попробуем Робинса. Робинс, давай. Пробуем наливачить бабла. Почему нет? Это как бы страж порядка, все дела. Так. Продажа наркотиков. О, серьезное дело. Ледовая арена поступила анонимный звонок про покатку в ледовой арене. Ездит клоун с воздушным шариком и продает подросткам крэк. Что это за бред себе кобыла? Ладно, пусть поедет Вандал и Грант. Ребят, давайте, надо все нормально сделать. Флит-3 с угрозой самоубийства. О, хорош. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает пожечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. О, боже. С одной стороны, это... шизанутый дебил. С другой стороны, мне совершенно не нравится, что... чуваки не качаются, конечно. Давай, Торвал, спасай ситуацию. Не знаю, конечно, звучит как безумие, но мне кажется, что... наша задача, чтобы никто не сдох. Что у нас тут? Еще дело хочу. К вашему приезду клоун мастерит пудели из шариков сосисок, вокруг него катается детвора, накинуть на форму плаща и прикинуться клиентом. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун, уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Накинуть на форму плаща прикинуться клиентом. К вашему приезду клоун мастерит пудели из шариков сосисок, вокруг него катается детвора. Накинуть форму на плаща прикинуться клиентом. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун. Слишком далеко. Устроил улить клоуна слишком брутально. Накинем плащ. Преступник скрылся, официально невредимо. Сука! О боже! Реально подлый клоуняра. Развел меня, прикиньте, ее свалил. Как может клоун? Отчет-то смотри. Извините, мистер Бойт, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в ФПД платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться, все-таки быть копом не мое. Сука. Понятно. Понятно, минус Робинс. От Сэм Соркин. Благодарю за вашу помощь, мистер Бойт. Пипец. Угроза самоубийства. Отчет. Преступник помен, офицеры невредимы. О, Берч и Сторвал, красавцы. Сука, Робинс, твою мать. Вот ты сука, смена А. На смену А нужны еще люди. Завершить день. Короче, тебя в шефы не возьмут. Блин, единственный нормальный коп. Ну, он, в принципе, ежу, понятно, что он единственный нормальный. Завершить день. Так, нет. Рой минус Робинс, сука. Так, кого я нанял нового? Нового... Розистки. Это что значит желтый? Это типа тебе нужен отдых пока что. А где моя новая тетка? Новую тетку же я нанимал. Где она? На смену А я нанимал тетку. Она где?
Ее типа пока не будет? Ладно, чекпоинт. Так, стопэ. Дайте мне продолжить. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Феминистская организация отказали в официальной регистрации. Я могу это, кстати, читать как-то? Враги используют ЗСБ феминист, чтобы разрушить Фрибург. Прям как в реале. Жопку почистил. Whenever I'm alone at home, and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Сильная фигня. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address? Phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to two suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a fool to women, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for you. Нифига, вот это сильно. Вот это круто, конечно. Очень круто. If you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Стильно просто. Просто Laura, don't let me die. Просто стиль. Я всю ночь читал захватывающий детектив под названием «Последнее искушение Нептуна», но не успел добраться до концовки. Я почти уверен, что убийца код генерал, но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка. Можно я пойду домой и дочитаю книгу? Нет, Мозер. Еще. Я слишком устал и додержусь, но могу ли я пойти домой? Разиски, это моего Дано, приходи завтра. О, как раз таки хорошо. Друзья просят помочь вам в приюте для животных, там сильно не хватает рабочих рук, можно мне отгул? Нет.
Тебя я вообще уволю. Так. Начать день. Так, как мне я забыл? Вот это у меня, кстати... Что значит эй? Это значит то, что мы его с начать день. Так, мне надо, короче, дела. Выберите композицию, давайте по порядку послушаем. Sweet Ginger Green. Блин, как это стильно, я хочу. Так, сообщение, дела. Дела, полицейский участок. Так, смена А. Где мои чуваки-то? Нет, это смена Б у меня, биржа труда. А смену Б я хочу наказать персонал. Слоты офицеров, слоты детективов. Подожди, а что ты мне сразу смену А показываешь? Смену Б покажи. А, вот она просто внизу. Смена А у меня пустует что-то. Так, хотя смена Б что-то пустует. Андре Донат. О, Андре Донат! Сын 300DS, господи, какой же кайф. Братан, я тебя нанимаю. Прям вот как короля. На смену Б пойдешь, мне нужны сильные игроки там. Смена Б. Мелисса Спейн. Изейшее просто нанятие на смену... Так, персонал. Смена А, раз, два, три. Мало народа-то. А где Андре Донат-то? Пока еще нету тебя, держи труда. Так, нанять на смену... А. Так, бэклог это что-то неинтересное. Так, детективов, флота офицеров. Все, у меня все готовы. Так, у меня 4... 2 детектива здесь и 4 детектива здесь. И я хочу... Как мне, блин... Бабушку шли на пенсию. Да, надо бабушку уволить. Слишком стар. Провалил 3 задания подряд. Прайс. Так, да, действительно, уходи. Биржа труда. 16-16, а почему я не смог удалить? Уволить. Уволить законно. Все, шикарно. Держи труда. Теперь я могу еще одного. Но здесь, к сожалению, нет никого хорошего. Я, наверное, 110 брать не буду. Это совсем вата. Потому что уволить я потом на халяву не смогу. Это будет совсем произвол. Так, закрыть. Так, а у вас уволить... Уволить законно никого из них не могу. У меня детектива еще ни одного уволить... Так, Берч младший, скотина, еще чуть-чуть, и я до тебя доберусь. Берча большого, а у Берча большого все хорошо. Не нажал кнопку. Когда ты, конечно, приходи завтра, что они придут на не на свою смену, не нажимай ее. Да, я понимаю, что не на свою смену, так пусть работают. То здесь нормальный и молодой, ты можешь его прокачать. Думаешь, стоит? Ну да, наверное, это неплохо. Профессионал, какая-то темнокожая женщина. Блин, ну вот может быть ты будешь моим братаном просто. Нанять на смену Б. Нанять на смену Б. Так, теперь мне надо закрыть. А теперь меня интересует композиция. Что такое композиция? А, это композиция не то. Так, как мне, ребята, перенести из одной смены в другую? Вот у меня есть смена А. А, господи, здесь, наверное, да, перенести смену А. Вот прям так тупо. Так, ты. А, у меня здесь. Раз, два. Два детектива, здесь 4 детектива. Я хочу Розиски, который у меня дома отдыхает, переместить в смену А. Так, moving to A. Moving to A. Значит, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь новые чуваки еще пока что не прогрузились, поэтому поехали. Дальше, значит, здесь. Если кто-то совершил серьезный преступление, скрылся, к делу подключаются детективы. Порчу имущество, парковка у мэрии. Уборщица мэрии увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны крики «Ублюдки, воры, кровопийцы». Так, хорошо. Есть сразу... Почему я никого из своих чуваков не могу взять? Убийство гетто. Так, подожди, стоп. Мэрия, увольте всех черных от мэрии.
Российская банда в последнее время доставила намного проблем. Эти люди выслеживают чернокожих граждан и сбивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на все местные радиостанции, в котором пообещали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность, многие граждане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников в избежание специальных напряжений. Вот, Герн, серьезно? Всех черных сотрудников? Да я только нанял-то. Сука! Сука, вот! Тут такая ситуация, что я либо полностью справлюсь с этой задачей, либо я полностью... Либо я полностью справляюсь с этой задачей, либо я не справляюсь с ней никак. Давайте подумаем головой, мы будем такое российское говно вообще выполнять. Так, почему у меня, дорогие друзья, у меня типа какая-то пауза стоит или что? Почему у меня стоит эта хрень и все серым горит? Это я что-то не то сделал. А, мне типа надо все понятно. Раз это не слоты. Прибыв на место, детективы опросят свидетелей и собирают всю необходимую информацию. Одно из них нужно назначить ведущим следователем по этому делу. Все остальные детективы, которых вы прикрепите к расследованию, будут его подчиненными. Чем профессиональный ведущий следователь, тем эффективнее работает команда. Борца за права чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле дома. Так, хорошо. Здесь можно прям как... Прямо... Деврита Армстронг. Я могу прям просто 4 детективов, да, послать? Ну нет, кажется, что... Пусть чернокожие расследуют бойца. Они заинтересованы. Так, да, понятно, на это дело просто отправляются детективы. Так, порча имущества, парковка у мэрии, уборщица. Мэрия увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю эту кричит ублюдок. Так, давайте, надо поднимать чуваков, поэтому отправляем Остин и Коти. Будем качать. Всех ставь. Так, а что за дела? Где моя любимая композиция? Давай, что ты перестал играть-то? Вот, вот это уже другое дело. Так. Пригород, камера наблюдения зафиксирована за парком машину, числящуюся в угоне. Да, это не... Нифига себе. На самом деле. Сейчас будет вообще прям все. Поддержка спецназ. Может быть, спецназ? Ладно. Спецназ к дедушке отправится. С дедушкой поедет спецназ. Отправим дедушку, который ничего не понимает. Убийство расследования началось. О. Детективы опросили свидетелей, собрали все данные с места преступления, теперь занимаются проработкой версии. Ждите результатов. Эрик Грэхэм, пьяный свидетель, преступники. Преступники сидели в седании, стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. Так это точно эти... Те же самые, что убили Немцова. Последовательность. До, после. А я стираю свое белье лаской. Собака. Глен Клейтон, сосед. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам, но у меня прошлись проблемы, последний много с кем-то ругался. Лауренс Карр, сосед. Тези коп, не запомнил машину, а звуки были очень тихие, я подумал, ну, что это выстрелы. Полиция в наши дни ничего не делает, я сам едва не погиб, вышел за лекарством, у меня чуть не сбил какой-то идиот. Отличные свидетели. Порча имущества, отчет. Преступник пойман, офицеры невредимы. Хорош, качаемся. Кач.
Так, расследование. Кадры убийства. Детали. Ну, это, собственно, вот эта штука, да, хорошо. Детективы. Частицы кислоты дебрита можно добавить в это дело. Хорошо. Банды, архив. Так, чё у меня? Подозрительный индивидуум. Многодетную мать Кори Рэмзи беспокоит подозрительный мужчина в бифокальных очках, устроившийся на скамейке на броне детской площади. Она выглядит за людьми больше часа регулярно фотографирует их. Бифокальные очки? Это точно... Это точно какой-то подозрительный педофил. Угон, пригород. Водителя рядом нет. Обыскать машину, вызвать водителя безопасности. Опросить очевидцев. Обыскать машину опасно. Так, выждать водителя на безопасном расстоянии, скорее всего. Кто заказал эту прелесть, если я сам нашел? Это Максимус заказал. Максимус. Ему большое спасибо, но он думает, что строка вот с его именем, она бы помешала наслаждаться игрой. Так. Вообще у меня там три хороших копа. Так, давайте поставим. Опросить очевидцев. Максимус, спасибо. Ну, ничего себе. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Я бы выждал водителя на безопасном расстоянии. Обыскать машину. Блин, как тяжело-то. Так, во-первых, надо не забывать камеру свою подрубать обратно. Я думаю, что я без всяких худов буду ее просто подрубать вот так вот, пусть она в небе висит. Я бы здесь выжидал бы водителя на безопасном расстоянии. Он вернется к своей тачке, ему надо будет куда-то поехать. Вряд ли он просто отвез ее в сторону и там теперь и просто ее там бросил на заправке. Это тупо. Так что он, скорее всего, к ней вернется, иначе просто будет думать, зачем мне эта машина, что я сейчас не делал. Обыскать машину, могу что-то убедить со стороны, или там может быть какая-нибудь хрень непонятная. Так что я лучше опросить очевидцев. Начнем кипиш, менты будут бегать вокруг тачки. Ежу понятно, что он скроется, поэтому может видеть на безопасном расстоянии. Хорош. Красавцы, пацаны. Вот три, вот просто... Обыскивай, бомбанет. Я подумал, что тоже может быть фейлюра какая-нибудь. Так, во-первых, музычка. Музычка, не забываем, ребята, то, что... Bad meets Bob. Не забываем слушать музычку, ребят. Подозрительный индивидуум. То есть у меня скрылся офицер невидимый. Собаки, чё ж ты не качаешься-то? Так, клуб Dragon's Lair. Мистер Бойт, я открываю первый клуб послушания в Фриборге, хочу провести показательный поединок, где один из моих участников сразится с вашим лучшим копом. После поединка я научу вашего почему несколько приемов. Он не пригодится ему на службу. В смысле, меня сейчас оттарабанят этого юнита? Сольем негрилу, ребят. Ладно, я поставлю Коти. Да, жалко бабулю нельзя. Жалко бы спецназ послать. ББПЕ. Так, либо мы сливаем. Жалко, я не могу послать бабушку. Бабулю бы я бы с радостью потом просто. Вот этот вот мастерс. А, вы же не видите, фак. Вы не видите, что там. О! Сенсе! Сенсей, сливай негритоса. Я думаю, что отправляю нашего черную Го, а то свалит. Блин, ну да, от самого топового кадра отдавать. Блин, а если его там покалечат? Посмотрим, может быть, мы справимся с задачей Мэри еще два, помимо всего прочего. Пусть Остин едет. Не хочу, мало ли покалечат или уйдет. В прошлый раз у меня ушел именно товарищ. А
отчет убийства. Важно, есть первые зацепки по делу. На кадрах, которые они приносят вам, изображены варианты того, что могло произойти на месте преступления. У вас 3 новых карты в открытое расследование. Кадры могут быть как верными, так и ложными. Чтобы отличить один от других, внимательно сочтите материалы. Чем больше цифр работает на расследовании, чем выше их профессионал, тем точнее догадки. Чтобы выйти на подозреваемых, вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления, используя кадры с догадками. Если сложить последовательность не удается, вероятно, у вас еще нет нужных кадров. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Ну, это пистолет. Пистолет, наверное. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Приглушенных, значит... А стреляли вроде из автомата, сидели в седане. Я слышал несколько приглушенных хлопков, то есть это может быть спокойно пистолет. Они явно лучше было, так пошел нахер. Подожди, с кем-то в последние дни много с кем-то ругался. Слушай, по итогу он последний. Последние дни много с кем-то ругался. Я не запомнила машина, а звуки были очень тихие, я подумала, что это выстрелы. Полиция в наши дни ничего не делает, я до него вышел за каст, меня чуть не сбил какой-то идиот. Может быть это его... Ну подожди, стой, давай попробуем вот так вот. Последовательность собрана. Теперь у вас подозреваемый есть подозреваемый... Теперь у вас есть подозреваемый по этому делу, подозреваемых может быть несколько, но в этом случае детективы остановились на единственной кандидатуре. Подозреваемый Трэвис Хортон, расист, у которого есть уже несколько судимостей. У детективов есть информация о местонахождении подозреваемых, предполагаемых мест может быть несколько. Склад в порту. Чтобы провести арест, нужно направить подозреваемого вашего ведущего следователя в сопровождении двух офицеров. Если следователь не на службе, арест можно отложить, но не забывайте, что преступники не сидят на месте и могут покинуть Фрипорт. Трэвис работает. Также помните, что все преступники ведут себя по-разному. Напуганный воришка, скорее всего, сам сдастся вам в руки, поняв, что его разоблачили. Например, как жестокий убийца может оказать серьезное преступление на ареста по запрещению, лучше отправить опытных офицеров, а если посчитаете нужным, еще и команду спецназа. Не, ну почему? Давайте сразу спецназ. У меня же... Поддержка SWAT. Просто SWAT. У меня же спецназ, пущай летит, когда... Пущай будет хороший Котти и качающиеся собаки. Ну вот это должно просто все спасти всю ситуацию. Спецназ вон по КД вообще вылезает. Так. Бар Кевин Строуд. Бармен сообщил, что там начали поставить из-за чего их начали драться прямо на подиуме. 3 человека нам надо на это. Так, ладно, качай Перди и Асана. Прайс пойдет с Янси куда-то там, бедняга. Госпецназ, а то он у тебя без дела сидит. Я тоже думаю, что пора. Так, ресторан «Октопус», драка из бара. Поступило сообщение о драке между посетителем и охраной заведения. Под выпивший мужчина залез на сцену во время выступления на местных певиц и попытался спеть с ней дуэтом. Ой! 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 Вай! Вай! Душа кайфует, когда Милин Фармер танцует! Ай! Ладно, ну вы поняли, в общем, мою позицию по этому вопросу. Отправляем Янси и Прайса. К сожалению, надеюсь, Янси не сдохнет с Прайсом вместе работать. У меня, кстати, все менты в деле. Кто-то должен срочно Казуки Тамура. Шеф, я почти прищучил твою пошку, но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правил, так что мало ли что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного потянул спину, пойду домой отлежусь. О, ну, кстати, хорошо, он просто на один день пошел отляживаться. Зато у него теперь 190! Лол, ни хрена себе! Ни хрена себе, вот это кайф! А где мои бабосы? Или мне просто грыданули копа? Так, на подиуме дерутся женщины. Пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Девушки, не ссорьтесь. Выключить музыку и зажечь верхний свет. Достать пистолет из кобуры. Выключить музыку и зажечь верхний свет. Девушки, не ссорьтесь, это фигня. Выключить музыку и зажечь верхний свет. Безусловно, чтобы люди понимали, что здесь... Что изменилась ситуация.
Ты призёшь и продолжай драться, не обращай внимания на полицию. Но влезет и не вмешивается, залезть на подиум и попробует разнять девушку. Попросить у бармена ведро холодной воды и облидирующихся. О, хорош, холодная вода и облидирующихся мне нравится. Преступник пойман, офицеры невредимы. Хорош. Хорош, просто... Просто достать девушке, не ссорьтесь. Драки в грязи. Просто идеально. А, у нас уже все. Отчет убийства. Преступник пойман. Ой, ты молодцы какие. Подождите, а почему только ведущий детектив получил? Почему только ведущий детектив получил плюс стат? Чьи чуваки тоже же помогали? Ребята, ну чё вы? А, все, шикарно. Ой, красавцы, делай, вы поймали всех подозреваемых. Ой, шикарно, ребята. Вот просто... Красавчики, даже мой алкаш. Даже мой алкаш справился. Драка отчет. Преступник скрылся, офицеры невредимы. Фак. Янси. Янси, ну что ты один-то не тащишь-то, а? Ладно, завершаем день. Так. Это мои смены. У меня есть кто-нибудь, кому отдыхать надо? Нет, пока что вы все в порядке. Все в порядке. Прайс уволена. Берч младший. Скоро незаконно уволен Берча. Запарил. У Гиббонс, между прочим, три лычки. Блин, кому-нибудь лычку надо дать. Кто у нас заслужил? Перди, красавчик, между прочим. Я бы ему лычку дал. Подожди, это он или она? Ничего не понимаю. Отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Жесть. Мэр Роджерс в городе нет проблем с расистами. Охреневший паскуда. Отставной коп Блейн. Я думал, что она террорист-смертник. О боже, отставной коп Блейн, собака. Я не хочу читать эти новости, они слишком отвратительны. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Что ж там такое? I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains. Even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn. Especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Okay. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. Okay. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jack,
If I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run, and they demanded that we close our contract today. Какой контракт? Падла ты. О, боже. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. Oh, boy. But I don't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Так, вариант номер один. Обосрамся ли он? Только в чат не смотри на выборы. Не-не-не, не буду. Я уже понял, что это те самые выборы, которые надо принимать в одиночку. Итак, вариант номер один. Вписываемся в мафиозные дела. То есть, по сути, начинаем вообще работать с мафией. И, по сути, не огребемся, просто никогда от этого говна не отмоемся. То есть, мы становимся частью мафии. Вариант номер два. Кендрика валят. Валят всю семью в говно. У меня проблемы явно из-за того, что завалили Кендрика, потому что это мафия убила Кендрика. Хотя, может быть, его имя очистят за это. Да, его имя, скорее всего, тогда очистят. Типа, как он мог работать на мафию, если мафия его убила? Ха-ха, он так, типа, вставлял палки в колеса. Ну, в общем, повернут, скорее всего, как будто это герой. Вот, но при этом минус семья. Скорее всего, нам отдает вообще до его семьи вообще никакого дела нет. То есть, правильный вариант здесь послать в жопу Кендрика. Душевный вариант спасти чувака, но не факт, что мы его вообще спасем, это влезть в мафию. О боже мой, братан, ты ко мне приходишь с предложением просто вот вообще на миллион. Какой же ты мутень, а? О боже. Мафия. О, господи, хоть умом, я понимаю, что надо выбирать это, но душою так хочется помочь. Может быть, сделать голосование, Риле? Не, ладно, голосование Лили. Блин, какой тяжелый выбор. О, боже. О, боже, я не могу принять. Как же мне тяжело с волевым решением. На раздумье надо давать буквально пару секунд. Первое решение будет сразу правильное. Ладно. Пожалеем семью Кендрика. Постараемся спасать дурака. Ай, дебил. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once.
sometimes with a little pride, even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals. And I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. Да, это я. Да, я все испортил. Мат есть, ребята, мата будет много. Спейн не пришел на работу сегодня. Я слишком устал, я едва держусь на ногах. Может, я могу и пойти домой? Да. Да, ты реально уставший, я понимаю. Работы сегодня. Так. Хороший у меня набор. Так, качаем Берча. Берча младшего, Рили, я тебя удалю, говнарь. Ты просто вот... Я вас двоих обоих просто растлю, сволочи. Ладно, нет, не растлю. Звучит отвратительно. Может, кому-нибудь Сторвалу? Конечно же, лычку дам. Сторвал, работай. Хотя нет, нафиг Сторвалу. Сторвалу и так показатели обосрамские. Надо дать лычку кому-нибудь другому. Бизли, Берч. Может быть, кого-то из них бафнуть. Уже два дня пропустил. Так он регенит, он с нуля. Лычки раздай. Ладно, ребята, кто сегодня из вас хорошо себя почувствует, хорошо себя поведет, тем лычки выдам. Так, у нас мы сегодня слышали вот это. Блин, подожди. Ну ладно, пусть будет Nocturne in B major. Как бы вы ни относились к вашим полицейским участкам, относятся в их власти. Чтобы улучшить свои рабочие условия, вы должны отправиться 1000 запросов в мэрию. Дела. Мэрия. Решение мэрии зависит от того, насколько они довольны вашей работой. Отправлять запросы можно не чаще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью отказать вам или удовлетворить лишь некоторые запросы. Так что просите лишь то, в чем действительно нуждаетесь. Прибавку к зарплате нет. Деньги он запросит улучшение экипировки для вашего спецотряда. Слот для офицера. Я хочу еще один слот для офицера. Мэрия, правда, недовольна моей работой. Я точно все сделаю плохо. Полицейский участок. Так. Значит, меня интересует... Могу ли я удалить кого-нибудь? Уволить незаконно не могу пока. Так, вот у тебя уволить незаконно. О, уволить законно, слишком стар. Берч старый, 60. А Берч младший... Блин, нет, стоп. Что за глупости, нет. Блин, старый Берч. Собака, ладно, 60, я все равно уволю. Инфо. Это просто смеха панорама, братан. Иди отсюда. Уволить. Надо, правда, не за... Биржа труда. Вот могу Сара Милсап. Господи, все серьезно? Я могу темнокожий нанять? Так, не, подожди, я могу избавиться от всех чернокожих. Подожди, ты же Сторвал тоже чернокожий? Не, братан, я не смогу уволить всех чернокожих, я даже не буду это делать. О, господи, ну у тебя грустная моржа. Моржа. Нанять на смену А, это смена А у меня. Хорошо. Полицейский участник. Старый Берч борозды не испортит. Жалко, что чатика не будет записи стрима, что нет же на экране, весь сок не видно, когда нубишь. Да, ну... Нет, чушь Петровна. Так, хорошо. Так, закусочная Эдди Бургер.
Нарушение общественного порядка. В кафе с самого утра спит грязный бомж, который регулярно писает по себе. Мужчина отказывается уходить, рычит на любое замечание, распугивает посетителей. Так, ладно, Грант, пора качаться. Грант и Сторвал. Сторвал, качай. Сторвал, ты лучше всех. Магазин алкоголя Two Touch of Dionysus. Касание Диониса. Женщина увидела свое окно, как в винный магазин, напротив вошел мужчина с пистолетом и с щелком на голове. О, это шикарно. О, это шикарно. Так, мы сейчас будем качать. Берча-младшего придется качать. Нет, его не будем качать. Пущай влетит Гиббонс и Самади. И также спецназ. Сразу. Сразу, просто без шут. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Просто сразу с щелком на голове просто полетели. Спецназ у меня все равно зарплата мэрия. Ваше недельное жалование, Мария, надеется, что вы не разочарованы. Увольте всех черных копов. Завтра стекает кровь. Срок. Нет, ребят, я не могу. Я не могу уволить всех черных копов и не буду. Мы что, сучки что ли какие-то? Черта с два. Спецназ можно один раз в день юзать? Ой! Ой, да ладно, я думала, нет КД, что все будет хорошо. Жилой квартал. Позвонил парень с ходока, который увидел, как на тротуаре сцепились два двойника Элвиса. Они ругаются на испанском, бьют друг друга микрофонными стойками. Так, ладно. Берем вандала, и он, скорее всего... Ну, этого чувака все равно ни с кем не послать, поэтому просто погнали все втроем. У меня, кстати, если сейчас случится нарушение общественного порядка. Если мне понял, офицер невредимый. Красавцы, Грант и Сторвал. Просто Сторвал, ты лучше всех. Сторвал — это лычка, родной. Сторвал — это просто лычка. Это просто лычка, спецназ откадешился. В магазине есть два входа, и несколько людей убегают оттуда. Въехать в витрину магазина с оружием на машине, войти через магазин через главный ход, подкрасться к черному ходу. Въехать в витрину магазина служебной машине, могут даже гражданские пострадать. Войти в магазин через главный ход, оттуда ждут народ. Подкраться к черному ходу, конечно же. Мужчина с щелком на голове заметил полицию и взял в заложники кассира. Преступник приставляет пистолет к голове заложника, орет назад, или я ему башку отстрелю. Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Приказать кассиру заткнуться, приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Молча прицелиться в грабителя. Так, значит, приказать кассиру заткнуться — это бред. Кассира пристрели. Он в панике. Так, думаем. Он в панике, на него не сработает. Приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Он тоже, либо молча прицелится в грабителя. У меня вообще-то спецназ. Значит, это спецназ, они могут хедшот поставить. Ну, точно не перестреляй этих нарушителей. Ой, боже ж ты мой. Так, как правильно. Значит, поэтапно. Поэтапно с версиями, которые сначала я отмел. Приказать кассиру заткнуться. Кассир мерзко кричит на непонятном языке, это всех раздражает. Ему реально можно приказать завалить. Он нервирует и грабителя... И его не надо нервировать. И меня. Назад или отстрелю. Приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Заткнуться и бросить оружие. Грабитель не хочет. Не хочет решительно убивать этого кассира. Если он убьет кассира, он, по сути, остается прижатый к стене для просто расстрела. Его там... Просто подумай, что это не коп кричал, а ты. Я бы пытался молча его вольнуть. Молча прицелиться. Господи, что выбрать?
О боже, со мной спецназ. Спецназ должен реально мочкануть. Мы должны сказать ему, чтобы... Может, Рилли попытаться как-то размять ситуацию и приказать кассиру заткнуться? Нестандартный ход, типа такой. О, боже, как же тяжело. Реально все три настолько вот 33-50-50. Первая камень, вторая ножница, третья бумага. Да отстань ты, Шишин. Шишин, не помогаешь. О боже, вот какое у меня недоумение на лице, ребята. Я не понимаю, что делать. Приказать кассиру заткнуться. Мерзко кричить на непонятном языке. Давайте прикажем кассиру заткнуться. Давайте прикажем. Мне кажется, что здесь правильного ответа просто нету. Просто нету. То есть, как бы приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Это то, чтобы коп сделал. Так ощущение, что это так нельзя делать. По темпу играть. Молча прицелиться в грабителя. Молча прицелиться, он психанет, вышибет ему мозги. Прикажем кассиру заткнуться. Или все-таки... О, боже, я не могу. Я не могу, я так сомневаюсь. Так, нужна помощь зала. Нужна помощь зала или не нужна? Так, ладно. Все, давай еще раз. Давай еще раз. Есть правильный ответ. Есть правильный ответ. Просто подумай и реши. Мужчина с щелком на голове заметил полицию и взял в заложники кассира. Преступник представляет пистолет к голове заложника и орет назад, или я ему башку отстрелю. Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Приказать кассиру заткнуться. Он орет что-то в стиле «Не стреляй, не стреляй». «Por favor, por favor!» Приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Молча прицелиться в грабителя. Молча психанет. Второе жму. Приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Заткнуться вообще вот плохо. Сказать, что успокойся. Успокойся, бросай пушку. Ты окружен, ты в жопе. Грабитель занервничает. Стрелять, я прошу вас, мне просто нужны деньги. Я возьму немного и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Выследить грабителя, пообещать не стрелять грабителя, если он отпустит заложника. Сказать грабителю, что он покинет этот магазин или в наручниках, или в мешке для трупов. Если он покинет магазин... Для него сейчас может показаться, что обе эти опции – это плохо. Если я скажу ему, что он покинет магазин в наручниках или в мешке для трупов. Вот. Но мы обещаем ему не стрелять, если он отпустит заложника. Мы можем соврать ему. И по итогу его застрелить. Но в любом случае, если он отпустит заложника, умрет только бандит. Выстрелить в грабителя все еще может. Давайте говорить. Пообещать не стрелять в грабителя, если он отпустит заложника. Фух! Хорош! Ой, хорошо. Ой, спецназ пропал. Вот, Мэри, сегодня очень жарко, многие отправились купаться. На прошлой неделе на пляже утонули 4 человека. Пресса подняла шум, пожалуйста, отправьте моих посоветоваться с купальщиками. Купальщиками. Пусть Грант справляется. Тут уж ничего не поделаешь, это слишком ватная тема. Так, Эрнест Фиджеральд, сельская местность. Джек, в этом году организатор охота на золотого зверя внезапно изменили правила, сделали конкурс по стрельбе командным, а не одиночным. Сможешь отправить мне в помощь двух своих лучших стрелков? Думаю, что ребятам такое состязание пойдет только на пользу. Ну, в смысле, двух не могу, но могу отправить топича. Подожди, у меня есть время еще подумать, чтобы еще кто-то откадешился. Так. Так, ограбление, центр города. У Бао Лян по дороге в ломбард похитили антикварное... китайское ожерелье. Бизли и Моузер полетели сюда.
Так, здесь у меня есть порча имущества. Ух ты, галерея современного искусства. На выставку эксплуатации или секс ворвалась группа молодых людей в балаклавах и начала громить экспонаты, выкрикивая: нам это дерьмо здесь не нужно. Вау, сюда можно отправить просто обосрамс, как много народу. Меня сейчас убьют, если я этого чувака одного отправлю. Кто-нибудь откадешится? Да, откадешится Гиббонс и Самайди. Так, отправляем Сторвала и Самади. Я думаю, двоих хватит. Троих, может быть, тогда сразу. Если я не отправлю никого, может быть, тогда, знаешь, что я сделаю? Я просто отправлю Гиббонса. Они вдвоем справятся с задачей на пятерых. А сюда мы отправим одного Самади, или у меня еще есть время потупить. Самади и Грант. Самади и Вандал, ладно, пущай работают. Я вам по лычке накину, если вы справитесь хорошо. Давайте, ребят. Драка, отчет. Офицеры невредимы. Вы бомжи, просто бомжи. Слава богу, я вас удаляю. Берч-младший в волю незаконно. Проф непригоден. Ограбление, расследование началось. Кадры. Миссис Лян. Бау Лян, потерпевшая. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать антикварное ожерелье, много веков принадлежащее моей семье. Когда я несла ожерелье в лоб, тут сорвал сумку прямо с меня, у меня с плеча и скрылся. Я не успел ничего сделать, даже закричать. Первый кадр. Баулян чешется. Баулян не чешется. Мистер Фишн, призыв был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро. Но у меня пока кадров нету, поэтому я это читать даже не буду. Дела. Так, полицейский участок. Ну, у меня тут мэрия. Вы должны подождать 5 дней до следующего запроса. Дней до следующего запроса 5 дней. Хорошо. Здесь ничего нету. Во-первых, я не понимаю, почему у меня композиция это не работает никакая. Что за дела? Берн, чем младше, можно проводить за этой. Отчет ограбления. У вас 3 новых кадров. Ой, хорошо. Так. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать импортное ожерелье, но только принадлежит моя семья. Когда я не сложил, мы тут сорвался прямо из плеча. Я не успел ничего сделать, даже закричать. Преступник был на мотоцикле. Это не фасовка, это просто утверждение. Ехал по дороге, схватил сумку и тут уехал. Мчался очень быстро. Я не успел разглядеть. Так, это какой-то ложный кадр. Я не успел разглядеть, мужчина это был или женщина. Лицо я не разглядел, но он был в куртку, как те байкеры, что часто собираются здесь на углу улицы. Это точно был местный байкер, они все лысые, бородатые, был похож на азиата. Ага, наверное, японец или китаец. Я не видел в руках мотоциклиста никакого оружия, по-моему, он просто выхватил сумку и уехал. Значит... Подозреваю Гуань Инлин, китайский иммигрант, недавно отчисленный университета. Каминя Лауджиба! О, твоя сумка будет моя! Сейчас похожу тебе выхват сумки дракона! Ладно, все, извините. Так, это что, задержание? Сейчас, секунду, матушка, так где здесь пробел-то? Что такое, матушка, извини? Напиши Оле в чате, что у нас гантели на пороге, чтобы аккуратно заходил. Напиши Оле в чате, а Оля в чате? Нет, она не в чате, мам. Позвони и скажи, чтобы она не сломала себе ноги, пожалуйста. У меня телефон разряжен. Мам, давай. Все ваши сумки будут наши? Так. Ох, господи, нога. Матушка. Слышишь, матушка? Матушка, иди. Не могу, не на трансляции. Пиши в чате. Так. Есть планы по прохождению второго набора заданий, но я не справлюсь от этого, он игнорит. Да, есть, но пока нет. Продолжить.
Так, что это такое, вообще не понял. Вандализм. Небоскреб. Охранник выходил на перекур и увидел, как подросток пишет матерные слова с незнания. Загнал этого подростка на дерево, заприезжайте заберите его. Ха-ха-ха, давайте. Давайте, ребят, вы справитесь. Давайте, отец и сын. Я вас все равно за людей не считаю. Утрили. Так, о, хорош. Ограбление. Офицеры. Двух офицеров надо туда запихнуть. Ну, можно Берчи и Гиббонс, чё нет. Хотя нет, давайте просто одного Сторвала. Берчи, Гиббонс, Берч. Я бы с радостью Берчи. С одного Сторвала хватит. Я у них это двух офицеров, ведущего следователя. А, то есть это... Прямо вот Бизон, да? То есть если я с этим не справлюсь, то... Блин, жалко топов отдавать сюда. Подожди, стой. Давай повременим просто. У меня сейчас откадешится. Подожди, стой, я не отправил туда никого. Мистер Бойт, мы победили. Эрнест действительно знает толк в стрельбе. Ух ты. Сегодня мы все, мы заслужили. А грант? Так, а здесь что, грант? Порча имущества. Преступник пойман. Офицер невредимо. Подожди, чё я, почему я не успеваю, не успел эту штуку сделать? Откадешилась, типа? Вандализм отчет. Как обычно, два этих идиота. Блин, зараза. Похоже, даже не привет продвигаться больше времени на работе. Теперь пойду на счету не только каждый день, но и каждый час. Куча дел. Так, завершить день. Так, уволил Берча, но его все равно нанял. Так, мне бы одного хотя бы... А, у меня 10-3 детектива. Ладно, хрен с ним завис. Томас Блейн, убийца беременной женщины, отправлена в психиатрическую лечебницу. Мэр Роджерс, я не боюсь своих соперников. Доктор Леонор Уотербери. У Томаса Блейн новая форма шизофрении. Новая форма шизофрении. Так, сейчас будут штуки. Ехай на работу. Мистер Бойд, there was a man here earlier. He left you this. Мистер Бойд только что... Man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Okay. Это явно мафия ко мне. До меня добралась. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh. Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. Start today. Сильно. 8 in 10.
It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Так. Донат новый. Слушай, я честно хочу лычку дать Перди. Он заслужил. Он вот вообще красавчик. Так, начать день. Скотта 3 лычки, только он 110. Какого черта, падла ты такая? Какого черта, педла? Так, музончик сам собой выбираем. Вот это мы еще не слушали. Да нет, это мы слушали. Ой, хорошо. На работу, ребят, на работу. Так, увольте всех черных. Джек, ты поклялся. Слот для офицера, теперь можно найти одно дополнительное офицера. Шикарно. Так, 120. Максимус Пауэрс 350. Просто шикарно. Эркюль Пуаро, что ли, играет? Нет, очень похоже на Эркюля Пуаро, но это не оно. Смена Б. Смена А. Мне на самом деле на смене А полный завал по кадрам. То есть здесь, смотрите, 320, нижайший 110 и все остальные средненькие. Здесь 2 тяжеловеса. Но вот эти 2 полных обосрамца, это полный трындец. Берчи, я не могу уволить, братан. Уволить. Провалил 3 задания подряд. Уволен нахрен. Так, значит, Максим Пауэрс. Так, Берч, подождите секундочку, он... Дела. А, Берч у нас уволен из смены А. На смену А сразу 2 тогда сразу и добавляем. Максим просто нанять на смену А. Нанять на смену А. Хорошо, ну с неграми разбираться не смогу. С Мэрия. До следующего запроса 3-4 дня. Да пошел ты в жопу, уволю всех черных копов. Так, начинаем с ограбления. Главный Бизли. Его нету, да? А, он автоматически здесь закреплен, но его нету. Ну, попробуем 2 офицеров. Я не думаю, что мне надо рили. Вебку не забудь. Ага. Блин, это тяжело, конечно, каждый раз ее куда-то менять. Давайте попробуем, может быть, мы можем ее куда-нибудь вот сюда запихнуть. Там как бы особого опционала-то и нету. Да, вот так вот. Пусть она перманентно висит. Там... Нет, подожди, еще чуть-чуть. Чтобы всякая вот такая фигня проскакивала. Хорошо, без борды. Так, ну хорошо, пусть будет... Там, я не знаю, нам нужны топовые ребята, но при этом не стоит забывать о каче. Я думаю, что возьмем Асана и топа. Донат. Донат. Поддержка сват? Нет, сват нам не нужен. Без ведущего дает шанс на успех понижается, если вы хотите отправить их копов одних. Нет, 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 я не хочу. Ведущего копа просто сегодня нет на работе, поэтому он просто попытается на 3-й день тогда будем это делать. Хорошо, тогда мы просто не собираемся. Хотя, знаешь, шансы понижаются, то есть я могу это... А, у меня просто минус 230. Я понял, все, нет, тогда я не буду его сегодня посылать. Так, офицеры, покушение на убийство. Кондитерская фабрика «Сахарная мечта». Молодая сотрудница поссорилась с начальником, пытается сопнуть его в чан с кипящим шоколадом. Так, это, скорее всего, он ее того. Но это, наверное, не очень жестко, поэтому донат и Скотт. Скотт, ты должен повышать свой профессионализм, иначе ты мне с 3 лычками такой... Вагу слева от курса. Мэбэ. Мэбэ, кстати. Ну, вот потом уберем его вниз. Поехали, ребята.
Ва-ва-па-пам. Врубляем через лечение Талма, пока у нас все хорошо. Идеальная работа. Эркуля Пуао. Где задание-то? Че, сегодня мы не работаем? Спецназ раз в день. Блин, я хочу быть спецназовцем. Покушение на убийство, отчет. Преступник пойман, офицеры невредимы. Красавчик Скот. Красавчик донат. Так, пригород, угон. Пригород. Дилан Бернс, сторож автостоянки, извините, подростка, который ходил между машиной и дергал за ручки. Прежде чем он успел выбить этих парней, тот нашел на запертой двери, скрылся через четверть секунд подросток. С визгом вылетел с порту, сильно превышая скоростной режим, скрылся в направлении пригорода. Так, там что-то серьезное на самом деле. Там что-то серьезное, поэтому я бы даже, наверное, всех троих отправил, поставил бы Перди и Асана с Тубаки качаться. И тогда у меня Коти и Янси Осин останется на остальные дела. Плюс еще донат со Скотом скоро зарегенится. Хорошо, пошли качаться, ребят. Качаемся. Ну, а в случае чего у нас есть спецназ помариноваться. У нас сегодня какой-то свободный день. Блин, вы запарили, где мой музончик? Так, осталось... А, все, уже по кругу тогда пошло. Без музончика это вообще не дело в это играть. Мне нужен музон, создающий настроение. Только... В принципе, я могу стало известно предположительное местоположение урона. Об одном преступнике заблокирует, нагнать преступника и открыть огонь по угнанной машине, продолжить преследователя. Обогнать преступника и заблокировать дорогу. Стало известно предположительное местоположение угонщика. Нагнать преступника и продолжать преследование. Пусть он поймет, что он... Просто огонь по угнанной машине, это... Не дай бог убьешь, да? Просто давайте нагнать преступника и продолжить преследование. Пусть он думает, что все его поймали, чтобы не устраивало никакие дикие... Блин, он может устроить дикие гонки за адреналином, все дела. Обогнать преступника и заблокировать дорогу. Я думаю, что нагнать преступника и продолжить преследование надо. Либо, ну точно не открываем огонь, то есть это хороший вариант, мы его сразу быстро отметаем. А обогнать преступника и заблокировать дорогу. Обогнать в смысле, он стало известно предположительное местоположение угонщика. То есть он может ехать и нагнать преступника и продолжить преследование. Давайте нагоним и продолжим преследование. Мне кажется, что это правильный ход. Да. Шикарно. Перди, Асана, Цубаки, красавец, Перди, давай, тащи, вот ты фармила просто. Так, пригород. Во-во-во-во-во-во, захват заложников. Заплаканный детский голос обещал, что кто-то удерживает его против собственной воли. Меня не отпускают на улицу, мучают издеваться, больше нет сил, я хочу на улицу к Питу. Это чушь Петровна, это какая-то мама. Это какой-то ребенок совсем затерроризирован своей мамой. Поэтому давайте попытаемся, как обычно, доната и Скотта. Хватит двоих. Скотт качается с донатом, и двоих точно хватит. Захват заложников, сука. Родичи, короче, высылают спецназ. Мне кажется, что пора спецназ вызвать. Ребенок получит по жопе от доната. Так, расследования у нас закрыты все. Я вот думаю, может быть, все-таки раз сегодня такой день свободный, спецназ сегодня потратить на вот этого чувака. Казино Рубинович. Поступил вызов от рассерженного клиента казино. Он утверждает, что одна из девиц, которые терлись у СО, стащила у него портмоне с пары тысяч наличных в полном грубом отрасли карте. Хронов выпал его на улицу, заявил, что он пьян, но мужчина не сдается. Нет, это не шутки. Мы не с шутки, здесь надо разбираться. Вполне возможно, так оно и есть. То есть над пьяным. Рабочие девчонки в казино. Пусть с этим разбираются реально нормальные менты. Поехали. Захват заложников, отчет. Мама не отпускала 10-летнего Джосса Ловери на улицу, пока тот не съест брокколи. Ложная тревога.
тревога. А, в смысле, так не надо было туда отправлять никого? Сэнди, нужна помощь. От Кристофера Сэнди. Джек, тут один мудак не хочет разъезжать долго, говорит, что полиция его защитит. Думаю, самое время показать, на чьей стороне полиция. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я бы отсылал топа, да. Выбивать долги шли нигера изи. Да, Остин как раз таки изучил пару приемов, я вот думал, может быть, рили. Мы все равно стали мафиозной сучкой, понимаешь, нам просто зря ты Берча уволил. А, да, реально надо было дерьмокопа посылать. Его бы просто завалили тут все. Откажись, ну бас. Не-не-не. Эти чуваки прирежут меня и всю мою семью. Остин. Давай, братан. В жопу мафию, в жопу детей, будь батманом. Или послать их в жопу. Или делаем коти и даем лычку. Так, я думаю, что пора уже спецназ тратить на без детектива. Ну, давай дождемся 8 часов. Вот 8 часов уже потратим спецназ. Так, преступник пойман, офицеры невредимы, казино Рубинович. Ой, изи-пизи. Ну все, на ограбление высылаем спецназ. И пусть качаются Асана и Скотт или Донат. Блин, боюсь на самом деле. Коти. Как я Коти... А, подожди, все правильно. Коти и Асана, наверное. Коти и Скотт. Асана и так хорошо поработает. Продолжить. Шансы на успех понижаются. Вы действительно хотите отправить копов одних? Да. Со спецназом уже точно хочу. Так, центр города. Нападение с применением гостиного центра. На выезде из паркинга охранник остановил подозрительное, чтобы проверить членскую карту. Но женщина-водитель вместо карты достала из бардачка револьвер и выстрелила. Ой, это опасное говно. У меня сейчас подохнет кто-то. Ну ладно, три копа должны справиться. Жалко, что я спецназ отдал перед самым закрытием. Обоссы меня Господь вообще. Так, смотрим, как у нас там ограбление отчет. Преступник скрылся. О боже, со спецназом зафейлили. Супер мухи. О боже, какой олень. Все, чтобы я еще раз. Полиция догоняет фургон преступника, попробует прижать фургон к обочине, стрелять по колесам, показатель становится через громкоговоритель. Стрелять по колесам, я думаю, самое оно. Они уже открывали огонь, они опасны, они не прижмутся к обочине, они не остановятся через громкоговоритель стрелять по колесам. Фургон преступницы делает резкий вираж и въезжает в витрину секс-шопа. Женщина вылезает из машины, хватит продавца преступницы в голову, выставит преступницы в голову, пусти продавца сейчас же. Швырнуть в преступницу резиновый секс-куклой. Ладно, швырять в преступницу резиновый секс-куклой мы не будем. Отпустить продавца сейчас же. Выстрелить преступницу в голову. Спецназ очень умен для расследования. Да в смысле они его не поймали? Это же тупо, как можно со спецназом? Два копа и спецназ не смогли поймать азиата. Взять весь ассортимент секс-шопа и уйти.
Отпусти продавца сейчас же. Она на самом деле похожа на какую-нибудь отчаянную. Потому что она въехала в машине в здание, влетела и сразу схватила продавца. Я бы сразу попытался бы выстрелить ей в бошку. Или все-таки поговорить. Ты вообще видел, как азиаты бегают? Не надо гнать на азиатов. Ты думаете, там азиат равно Джеки Чан? Черт с два. Так. Значит. Выстрелить преступницу в голову или отпусти продавца сейчас же. Давайте сначала поговорим. Хорошо. Красавцы. Вы красавцы, пацаны. Вы красавцы. Вы просто красавцы. Подождите, а почему у меня день такой длинный? Или я жду, пока у меня... Или я жду, пока у меня ребята вернутся просто. Это какое-то багло? Он же сказал, что теперь время идет на часы, больше работать стал. А, ну так все, так тогда где у меня хоть какое-то дело? Уже час ночи, ничего не происходит. Ночью город засыпает, что ли? Завершить день. Конечно же, завершить день. Чё мне? Так ребята перерабатывают, что за глупости. Бедный Бизли, он там в шоке, конечно.